Приветствую тебя, странник! Ты ищешь информацию о том, как стать богаче. И ты ее нашел. Но для того, чтобы познать законы денег, нужен чистый разум, лишенный размышлений. Скажи вслух слово «благо». Если ты не произнес это слово, значит, ты все еще обдумываешь свои действия. Сделай это упражнение. Дай себе шанс стать богатым человеком. Итак, отключи размышления. Скажи слово «благо» вслух. Благо. Я надеюсь, ты последовал моему совету. Я желаю тебе добра и благосостояния. Доверяй мне. Итак, закон первый. Деньги – это эквивалент твоей полезности людям и миру. Познай это правило на практике. После просмотра поделись этим видео с другими людьми. И тут ты познаешь второе правило денег. Мысли сознанием изобилия. Не думай, что это никому не нужно. Войдя в состояние изобилия, ты сможешь принять третий закон денег. Деньги даются тем, кому они действительно нужны. Это видео, как и все события в твоей жизни, происходят не случайно. Это видео попало к тебе потому, что ты ищешь и нашел информацию об истинном происхождении богатства. Эту информацию ищут миллионы людей по всему миру. Пусть в их жизни эта информация придет через тебя. Они будут благодарны тебе. И тут ты познаешь четвертый закон денег. Деньги есть у того, кто благодарен жизни за то, что имеет. Состояние нужды порождает бедность. Состояние благодарности порождает богатство. Благодарность тех людей вернется к тебе, и ты познаешь еще одно правило богатства. Благодарность людей возвращается к тебе стократно, поэтому жертвуй на благотворительность десятую часть своего дохода. И благодарности будет столько, что твоему богатству не будет предела. Но делай это искренне, не ради богатства. Итак, мой друг, ты уже узнал многое. Соберем воедино все, что я сказал ранее. Чем большему количеству людей ты будешь полезен в один момент времени, тем богаче ты будешь. Делай это в состоянии изобилия, и тем быстрее, и все большему и большему количеству людей будешь полезен, становясь все богаче. Становясь богаче, жертвуй 10% от своего дохода, и благодарность будет с тобой всегда, порождая все больше богатства. Прямо сейчас начни быть полезным людям. Поделись этим видео с другими. Расскажи о нем везде, где только можешь и как только можешь. И в твоей жизни начнутся изменения. Если внутри тебя что-то помешает тебе это сделать, знай, именно это и не дает тебе стать богаче. Познай правила жизни. Мы можем поставить цель, но не в наших силах предугадать, как мы к ней придем. Это за нас решает жизнь. Доверься ей, и она приведет тебя к твоим целям. Не доверяя жизни, невозможно прийти к истинному богатству. Наш разум слишком ограничен и не может видеть того бесконечного множества путей достижения твоих целей. Жизнь может. Дай ей возможность реализовать лучший сценарий твоей жизни. Этот поступок был запланирован самой жизнью. Не противоречь ей. Поделись этим видео с максимальным количеством людей, любыми известными тебе способами. И это приведет тебя к твоей истинной цели – настоящему богатству. И здесь ты познаешь последний закон богатства. Быть богатым – твое право от рождения. В этом состоянии ты можешь позволить себе творить свою жизнь. А именно за этим мы находимся на этой планете. И именно для этого была дана нам жизнь. Начни творить свою жизнь сейчас. Распространи это видео как можно большими способами. Если ты не сможешь сделать даже этого, то ничего и никогда не изменится в твоей жизни.
Спасибо.